майстерні білоруського скульптора Азгура. Його праці присвячені героям білоруського народу у Великій Айчинній війні. Легендарний капітан Гастелла. Генерал-лейтенант Рокоссовский. Герой Советского Союза, командир конногвардейцев, генерал-майор Даватор. За час войны с немецкой агрессией белорусский народ родил немало сынов героев белорусского народа. Такий видатний снайпер, як Смолочков, як капітан Гастелла, Товалігін, генерал Даватор, славутий наші герої, мають велику праву на те, щоб їм зробити великі пам'ятники, які повинні остатися глибоко пам'яттю у народу. Моя задача, як скульптора білоруського, це зробити. Я зараз працюю над 11 героями белорусского народа. А пошняя моя праца – это выдатный партизан белорусского народа Батько Минай. Працуючи над ней, я думаю, что я хутко кончу, и дальнейший мой план – приехать в Минск и поставить эти помники у своем родном городе, навек знищивший немецких катов. Шмат таленавітых скульптур стварыў народны мастак рэспублікі, член-карэспандэнт Акадэміі мастацтваў СССР Заір Ісакавіч Азгур. Усе гэтыя выдатныя работы нарадзіліся ў майстэрні Заіра Ісакавіча. Яго творчасць шырока вядома ў нашай краіне і далёка за яе межамі. Недавно громадскость отзначила 50-годие с дня народжения и 30-годие творчей деятельности выдатного мастера. На урочистом вечере юбиляра тепло веншовали Шараковский, наместник министра культуры БССР, Петро Глебко от коллектива Академии наук БССР, Михас Лыньков от письменницкой организации Беларуси, ведомый советский скульптор Вучетич. Горячо віншували Азгура так само артисты театра имя Янки Купалы. Заир Ісакавіч подяковал за теплые пожадания и запевнил, что будет отдавать свои силы служению народу. Рассказывает народный мастак БССР, скульптор Заир Азгур. Я колоса лепил уже после Отечественной войны. Вот в этой мастерской он у меня здесь был и позировал. Вот он какой здесь. А вот этот снимок, это я, колос и этюд, который я делаю с Якуба Колоса. И надо сказать, что вот этот образ, который я делал в 49-м году после Отечественной войны, лег в основу вот этого памятника, над которым я работаю сейчас. Я задумал композицию, но композицию из героев, которые не были бы иллюстрацией, а были бы живыми памятниками белорусскому народу. Анна – это очаровательная женщина Белоруссии. Симон Музыка – это талант народа, творчество. Дед Талаш – это непримиримость врагам народа. Я лепил деда Талаша с натуры.
Но лепил я его с натуры, потому что читал Дрюгву Якуба Колоса. Сын Панас – это поколение, которое потом мстило во время Великой Отечественной войны. Это то прекрасное, чем живет этот талантливый белорусский народ. Вот что связывает меня с именем Якуба Колоса, и вот что дает мне вдохновение, и не только мне, но и архитекторам Левину и Градову, которые со мной делают и завершат этот памятник к 72-му году, к ноябрю месяцу, будет великий праздник на нашей белорусской земле.